Уважаемые друзья, хотел поблагодарить за такую прекрасную выставку. Традиционная, полиуретан, экс-композиты. Молодцы, отлично справились. Прежде всего, хотелось отметить безопасность, которую обеспечили организаторы выставки, и локацию, Красная Пресня. Спасибо большое, в центре города. Очень удобно. Безопасность, проверка, маски, напоминание о дистанции в этот год действительно важно. Спасибо, что решились на такое мероприятие массовое, полезное для бизнеса, и важно сделать это наиболее безопасно для людей. Хотелось бы также поблагодарить за организацию, так сказать, easy entrance, легкого входа на выставку. Не надо заполнять массу анкет, не надо сдавать визитки. Писать просто пришел, сдал, показал билет на скрин-коде, тут же вошел. Между метро и входом на выставку у меня заняло минуты 5. В общем, вот прекрасная прогулка без сложных процедур. Естественно, досмотр, но все очень быстро и хорошо организовано. Это важно. Дальше, конкретно к выставке, к самому мероприятию. Мероприятие получилось ламповое, то есть крупные игроки присутствуют. Мы, Hansmann, BASF, DAO, все крупные производители здесь. С компании, занимающиеся полиуретановыми композитными материалами, Татнефть-композит, Эпитал тоже здесь. Огромное количество гостей, причем гости даже из Узбекистана, Казахстана посетили выставку. Это очень приятно, и мы встретились с партнерами, которыми не виделись больше 2 лет по ряду причин. Все, в общем-то, не забыли о мероприятии и отдали должное, приехали сюда. Это важно. Что хотелось бы увидеть и хотелось бы отметить вообще, что происходит на рынке? Не хватает сырья по ряду причин. Идет дисбаланс спроса и предложения. Сырья не хватает во всем мире, от Хьюстона до Шанхая, в том числе и в России, в Европе. Но игроки продолжают строительство новых предприятий. В Петербурге откроется новый системный дом на 15 тысяч тонн по полиуретановым системам. Добро пожаловать в Россию. Это, если не ошибаюсь, корейский системный дом будет. В России запущено производство ветроэнергетических лопастей для ветроэнергетики. Это примерно 440 лопастей в год будет выпускаться в городе Ульяновск. И также предприятие откроют в Волгодонске. Их пока здесь нет, но они обязательно должны быть, потому что это то, чего в России не было никогда. Этого не было 15 лет назад, не было 5 лет назад, это есть, появилось сейчас. В общем, мы таких новых игроков, конечно, были рады увидеть, потому что Hansmann занимает важную позицию в мире по ветроэнергетическим лопастям, и, конечно же, хотелось бы их увидеть. Что хотелось бы еще отметить, происходит в полиуретановом рынке. Если 5-7 лет назад низкоэмиссионные продукты для полиуретанов, более безопасных матрасов, более безопасных сидений звучали как нонсенс, как что-то дорогое, приезжающее к нам из-за рубежа, сейчас большинство разговоров идет именно об этих высокотехнологичных продуктах. Компании хотят производить их, и это не только IKEA, это автомобилестроение, и новые безопасные и дорогие системы становятся востребованными. Это очень приятно видеть. Это то, чего не было несколько лет назад от слова совсем. Так что вот этот важный тренд хотелось изменить. Хотелось бы всем пожелать удачи. В очередной раз призываю принимать участие в данном мероприятии. Очень приятно было видеть новых людей, молодежь, которая хочет учиться, и была встреча вот с особой экономической зоной Алабугой. У людей горят глаза, они хотят работать. Это очень приятно. И это поколение 20+. То есть, когда в химию приходят новички, новое поколение, это говорит о том, что индустрия будет развиваться. Это важно для нас. Так что всем большое спасибо, организаторы и участники. Желаем вам удачи и прежде всего, здоровья.